Отпуск. Какое приятное слово. Только я, солнышко и пляж. Хотя пляж сомнительный, солнышко скрылось, и одной в отпуске как-то скучно. Ну, лично мне. Я предпочитаю отдыхать со второй половинкой. А что по этому поводу думают красноярцы? Я за совместный сейчас. А вы? И за такой, и за такой. А когда такой, а когда такой? Так. От чего зависит? От ситуации. А какая ситуация может быть? Работа. Дети. Один с детьми, а другой в отпуске? Да. А так честно? А как же детей к бабушке, оба в отпуск? Ну, тоже вариант. И с детьми тоже вариант. А вы всегда только за совместный? Нет, на данный момент за совместный. Потому вы в отпуске? Да, я в отпуске. А половинка работает? Да, сейчас работает, но вообще мы ездим вместе всегда в отпуск вот последние 3 года. Когда за совместный, когда против? Когда один? Почему против? Потому что бывают моменты, когда лучше побыть наедине. С самим собой или с кем-то еще, с друзьями? Ну, возможно, и с друзьями, когда с самим. То есть моментов бывает много. То есть бывает, что, конечно, хочется со второй половинкой, с ребенком провести какое-то совместное общество. Но бывает, когда хочется побыть наедине. А ваша вторая половинка что думает на этот счет? Понятия не имею, она сейчас далеко. Только совместно. Один не поедет? Никогда. А вы не отпустите? Я считаю, что нужно отдыхать вместе с семьей. Семья – это единое целое. Как говорится, сейчас вот и тем более год семьи, любви и верности. Должны все равно быть рядом с детьми. А от семьи отдыхать не нужно? Ну, у нас наши ценности таковы, традиции семейные, что мы отдыхаем только вместе с семьей. За совместный. Только совместный? Да, да. А вы? Я тоже за совместный. Я считаю, что совместный. Хочу совместный, но пока не получается, потому что работа. Совместный, так да, интересно. Я тоже считаю, что совместнее, если раздельно. Ну, смотря, допустим, если, ну, с друзьями ехать в отпуск, то, мне кажется, и так нормально. Но со второй половинкой, наверное, там немножко по-другому. Угу. Какой-то немножко другой, ну, типаж. Такой вайб, типа. Такой вайб. А вы свою вторую половинку без вас бы в отпуск не отпустили? Я нет. У меня второй половинки, я не могу ответить на этот вопрос. Совместный. А у вас сейчас отпуск? Нет. Просто такие красивые. Да. А то есть одна не поедете в отпуск? Я бы хотела поехать с мужем. А мужа одного в отпуск отпустите? Да. А муж хочет один в отпуск? Нет, с любимой жены никогда.